Станица Архонска открыли проезд по объездной дороге. В Комитете дорожного хозяйства сообщили, что все блоки, преграждающие движение, сняты. Автотранспорт беспрепятственно передвигается. Между тем, официально открытия еще не было. Предстоит убрать отвалы стройматериалов и нанести разметку. Работы, по словам специалистов, проведут позже. Необходимо соблюсти технологические правила. Наносить краску на асфальт полностью, когда он пересохнет. А в связи с этим участников дорожного движения просят соблюдать правила и взаимовежливость.